Глава местной мусульманской общины Куртасан Алиев приехал в Шабан-Аба 30 лет назад. Мечети в селе не было. В начале 90-х сельсовет выделил под религиозное здание местный дом быта и участок вокруг него. Мы его по новой подняли. Мы когда приходили здесь намаз делать в начальном периоде, поначалу, окон не было, стекол не было, деревянные вот эти прогнившие рамы были. Вот. Мы потихоньку поставили окна, восстановили эти рамы, намаз сделали на картоне. Картон постелили по всему, по всей площади мечети. Местные мусульмане помощи ни от кого не ждали, все делали сами и за свои деньги. В прошлом году в здании провели отопление, отремонтировали пару комнат. В одной из них сейчас проходят уроки чтения Корана. Здание мечети не маленькое, в ремонте нуждаются еще несколько помещений. Но самое главное сейчас – это крыша. Этим летом она стала протекать. Сделали проектно-счетную документацию, по ней на ремонт кровли необходимо 580 тысяч рублей. Чуть больше 100 тысяч верующие собрать уже смогли. Мы не говорим, чтобы нам полностью пришли и кто-то сделал. Мы сами тоже, джемат соберется, будем работать, будем делать. Мы смету составили с таким расчетом, что вот какие-то мелкие вот эти дела, мы их в смету не включали. Потому что зная, что это все мы можем сделать сами. В Шабан-Оба проживают около 2000 человек. И если 30 лет назад крымско-татарских семей тут было около 60, то сейчас вдвое больше. Село растет и развивается, и мечеть ему нужна. В течение этих 28 лет мы потихоньку эту мечеть восстанавливаем. Мы в свое время просили нам помочь. Различные организации, муфтият и спонсоров просили. Но всегда ответ был такой, мол, есть такие села, где население больше, чем ваше. Они более нуждаются в этом, чем вы. Поэтому основной большой помощи мы ни от кого в течение этих 28 лет не видели. Все, что вот здесь сделано, это сделано руками и силами наших односельчан.